представил Армении 5 основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября сего года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Эта провокация является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении.